Всем привет, дорогие друзья! Что это сейчас было? Вот опять, вы это видели? Видели это? Что это, блядь, за Винни-Пух? Терминатор, сука! Я за тобой смотрю. В глаза смотрю. В общем, я сегодня решил сыграть в игру Five Nights at Freddy's. Она сейчас довольно-таки популярна на Ютубе. Плюс это, вроде как говорят, довольно-таки годный хоррор. Ну, давайте-ка попробуем. Я почитал сюжет этой игры и кое-что понял. То есть мы устраиваемся работать в пиццерию аж за 120 баксов в неделю. Ну, учитывая нынешний курс доллара, это хорошие деньги, чуваки. Это больше, чем зарабатывает, блядь, половина России. Так что я, само собой, сразу же согласился, потому что мне надоело питаться... Сука, лапшой за 3 копейки и водой. И вот мы, видимо, находимся в нашей коморке. И нам сразу же звонят. А как трубку-то взять? Где кнопка трубочки-то? Ну, где? Я немного, честно говоря, смущен. Алло, алло, все. Все, доболтали, короче. А почему... А зрение моего героя как-то странно искажается, словно он выпил, откровенно говоря, водяры. То есть, как говорят про алкашей, мол, глаза стеклянные. Вот смотрите-ка на эти искажения. Это либо графон такой ебанский, либо реально мы накидались из стаканчика. Так, ладно, в общем, что мы должны сделать? Первым делом я к хуям закрою двери. И все, чуваки, видимо, я выжил. А меня смущает одно, почему тут двери, блядь, как в бункере, в котором выживают от ядерных взрывов. Это ж не двери, а, сука, просто огромные чугунные елды. Так, мы видим ужасные просто, это, видимо, местные роботы, которые развлекают детишек. Но, сука, если бы я пришел бы покушать, будучи маленьким, вот таким вот ребеночком рисующим, такие каляки-маляки, и увидел бы вот такую вот ебаку, я бы... Наверное, остался бы заикой на всю жизнь. Так, в общем, в чем... Блять, они еще страшнее, когда смотришь на них вблизи. Так, двери закрыты, это хорошо. В общем, ночь первая. Ну, пока что все, чуваки, нормально. То есть, только надо дать пизды уборщику, что-то он лажает. Все тихо, спокойно, мирно. Какие-то кишки свисают сверху. Какой-то... Что там за какой-то музончик? Не знаю, слышали вы ли вы его. Так, а я... Видимо, я не могу камеру приближать, удалять. То есть, только лишь... Ну, знаете, честно говоря, чуваки, вроде бы... Блять, что с камерой? Где вы купил ее, мой ебаный начальник? Почему она не работает, сука? Ладно. Я ему сейчас с утра пожалуюсь. Почему этот... Мне кажется, тут что-то изменилось. Они стали еще более пугающие. Так, ну, двери, слава богу, закрыты. То есть, пока что живем, чуваки. Блять. Fucking shit, man! В общем, вроде бы ничего не происходит, но мне почему-то дико страшно. Если честно, у меня были такие идеи по типу работать сторожем, либо охранником, так, подрабатывать летом. Потому что я как бы сплю ночью, не то чтобы плохо, но... А-а-а! Ты чё, сука? Ты чё встал? Иди обратно, в свой мир. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Он идет за мной. Сука, сука. Сука, я только... Ну давай, иди сюда, ко мне, сука. Я сейчас тебя, блядь, этим вентилятором перебью по горбу. Сука, терминатор, сука. Нет, теперь я это самое, в камеру не буду смотреть. Там слишком страшно, я буду смотреть в двери. Тут хорошо, тут не камера, там страшно. Селебрейт. Празднуйте! Какой, блядь, праздник сегодня пиздатый? Праздник, сука, рвущихся пуканов. Давай, давай, я готов. К встрече с тобой, адский сатана. Не знаю, Нет, не надо нажимать на эту ёбаную камеру, она меня пугает, честно говоря.
Так вот, мысль о стороже. Я сыграл в эту игру буквально минуты 3-4, и, честно говоря, уже нет вообще никакого желания быть сторожем, потому что, сука, это жесть. Очень. Ой, блядь. Ну вот, вроде все. Ай! Опять ты! Что ж ты будешь делать-то, а? Я дверь открывать не буду, я не дурак. Нет! Мне так просто не выманишь, сука. Но меня смущает цифра 9%. Это, видимо... Что такое? Я что, скоро погибну, чуваки? Нет. 5%. Ну, а что делать-то? Я не знаю. Мне в своей коморке очень даже хорошо. 2%. Вот только, не дай бог, погасит свет. Так, 0%. Сука! Сука! И... Так хорошо все, да? Дайте обниму Мишка. Табуретом по ебальнику. Ну и что? Я не знаю. Блять. Нет. Сука! Блять, это что за пиздец творится вообще? Блять, я ебал эту работенку! Да ну нахуй! Блять! Охуеть! Сука! Ебануться просто! Ай, блядь! Да ну нахуй идите, блядь!